В Нижегородской области уже много лет работают над решением мусорного вопроса. Среди видимых достижений – рекультивация Игумновского полигона, шламонакопители «Белое море» и «Черной дыры». Кроме того, теперь в каждом районе Нижнего Новгорода появились точки сбора вторсырья. Идет работа по экопросвещению нижегородцев. Сегодня экологическую акцию провели в Нижегородском лингвистическом университете. Представители профильного министерства рассказали студентам, как правильно сдавать пластик. На встрече, что неудивительно, появились и студенты из других стран. Ребята с позитивом восприняли такую инициативу. Оказалось, что многие из них неравнодушны к судьбе нашей планеты.